утречка. Василич, что вы здесь смеетесь опять? Вы видели здесь что-то смешное? Сейчас я вам покажу здесь смешное что-нибудь. Подожди, а там что, двое спят, что ли? Василич, не спать! Не спать, не надо спать! Разлегли здесь, значит, спят потихонечку, да? Что, опять своего боярышника напились, да? Или корвалольчика там, и спать легли. Во, молодцы-то какие, а? Ты только глянь на них. И почему вас здесь так много, Васильичей? Не понимаю. Непонятно. Ничего не ясно, ничего не понятно. Так, отлично, перепрыгнул, пошел дальше. А эти, видимо, их, да, потеряли. Так они вот они спят, сюда подойдите, да и все, и забирайте их. И нормально все у вас будет. Я, по крайней мере, так думаю. Хотя думаю я плохо. Так, еще чуть-чуть. Так, отлично, по ключикам теперь. До подвальчика, да, видимо. Чем же это все закончится-то, интересно? Вниз чуть не улетел, вот чем могло все закончиться. Вот эти вот все приключения непонятные. А вот здесь уж как-то посложнее будет прыгнуть, но ничего. Везде прыгну, везде допрыгну. А почему? Потому что молодец я, правильно, поэтому. Ну такой себе молодец, правда. Да блин, а нафига их так много сделали-то, а? Можно было почаще делать перерывчики, так сказать. А то прыгаешь, прыгаешь, куда-то допрыгиваешь, куда-то не допрыгиваешь. То есть концентрироваться надо. Я человек такой, что не хочу концентрироваться, ничего такого делать. Так что все это как-то очень странно. Ну вот, и не допрыгнул. Так, молодец, отлично, дальше. Пошел, пошел, называется, нашел. Так, что за дела? Прыгаю, прыгаю, наконец допрыгаю. Так, а сюда? О, думал, сейчас упаду. Не, все-таки эти надо почаще ставить, как бы это, такое себе. Ну, если так, по чесноку. Вот сейчас, если не допрыгну, то вот по новой вот это все лететь придется. Они еще под наклоном. А вдруг перелечу? Фух, чуть не перелетел-то, а? Ты глянь-то только. Это опасненько, не надо так делать. Почаще, можно, взял, повторил. А то так-то что? Что интересного, скажем так? Смысл не в повторении одного и того же. Правильно, Васильич? Вон, Васильич тоже устали и спят, и нормально. Вот тут это, вот тут же близко она. А почему там тогда далеко? Ё-моё, это что за фигня? Я куда попал? Васильич! Чё за ботва? Ничего не понимаю, ну и нифига не интересно. Иду, 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 и скоро я дойду. Куда я дойду, не знаю. Где найду, что потеряю. Так. Ага. Так, а тут хоть этот-то есть на случай чего? На случай, а, ну вон, островки счастья имеются. Можно прям по-быренькому, по-быстренькому. Хотя по-быстренькому здесь не получится. Потому что Лёша тормозок. Вот и все, вот и все дела. Или сцепление. А по этой руде как прыгать должен? Она ведь маленькая. Не, это вообще какое-то уже издевательство пошло. Давай по соломинкам прыгать начнем.
Еще по какой-нибудь руде, чего бы нет-то, как говорится, когда-то. И она длинная еще такая. И как-то немножечко это становится проблематичненько. И почему, когда одна музыка исчезает, вторая продолжает играть? Так. И чё? Ух, обалдеть, а я ведь мог не перепрыгнуть сейчас под самый конец. Василиш, ты там чё, в Dark Souls, что ли, переиграл? Или Demon Souls? Пам-парам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Почему я еще прыгаю по бананам? Мне кажется, это какие-то мои сны. Однозначно. Просто мои очень странные сны. По-другому я это назвать не могу. Потому что я просто прыгаю по бананам, по мешкам с кофе, по всякой ерунде. А почему я по ней прыгаю, непонятно. Потому что вот как-то так. Вот здесь опять в самом конце. Проблемно все это делать. Нет, а чё, подожди, а чё за фигня? Мне такое чувство, что ничего и не меняется. Я по одной и той же фигне, по-моему, бесконечно прыгаю. Я же прыгал уже по мячам. Или нет? Или Васильич ответ? Или что за дела? Что за дела, что за ботва? Так, посмотрю. Так, яблочки. А реально сзади как будто ничего и не меняется. Как будто где был, там и остался. Да вы что, издеваетесь, что ли? Не, вы реально издеваетесь? Это даже не смешно. Ну и если так, по чесноку. То есть я понимаю, что автор, конечно, сделал сложность, так сказать, ад. Ну, типа, алло, камон. Типа, зачем это так делать? То есть я допрыгивал до этих островков, я думал, что эти островки являются у нас, грубо говоря, чекпоинтами. А сделали из разряда, что ты должен за рацию перепрыгнуть. Ведь это так интересно, каждый раз проходить одно и то же. Вот действительно. Я просто долечу до конца, чтобы посмотреть, что в конце. Я не буду это перепрыгивать на 158 тысяч раз. Ну, типа, как бы, в чем смысл? Я не понимаю. Ну, хорошо, ну, а зачем тогда островки делать, в принципе, если это не является чекпоинтом? Для того, чтобы что? Чтобы просто там иногда встать, постоять, в смысле? Не, ну, ладно, были бы. Они хотя были бы. Ну, нет, они даже чекпоинтами при этом не являются. Но сделал бы всю карту, что ее за раз надо перепрыгнуть. Ну, чё бы нет-то. Во-первых, паркур это само по себе такое увлечение посредственное. То есть человек пытается быстрее пройти, чтобы узнать там, грубо говоря, что находится в конце. А не сам факт прыгания. Ну, тут по итогу я перепрыгиваю половину, значит, допрыгиваю до сюда, падаю вниз. И мне говорят, молодой человек, а вы сначала все начните. Я вот это сделал, я назвал это ад. И считаешь, что это дико круто. Ну, не знаю. Если кому-то нравится тратить свое время на то, чтобы пройти мод и упасть где-нибудь под самый конец, то возможно, возможно. Да, есть такие люди, которые могут убить час жизни. Я не отношусь к такому типу людей, которого прикалывают. Прям вот настолько все. То есть, как бы везде должно быть какое-то, я не знаю, разграничение. Ну... Ну, гляньте, сколько вот тут прыгать-то надо. Мне прям кажется, что здесь одно и то же происходит. Вот смотри, бананчики опять пошли. А туда до конца вообще реально долететь? Нет? Может, я лечу уже полчаса, и ничего не происходит. Ну, по крайней мере, сзади все отдаляется. И причем реально ты прыгаешь, и тебя просто вниз кинет. Я просто упал. Вот и сколько бы я это сейчас по новой прыгал? Не, просто напишите в комментах, вам было бы интересно наблюдать, как я вот так вот сам прыгаю. Еще могу молча прыгать, вообще ничего не говорить, просто вот молча прыгать. Вот я вообще, я не понял, честно, зачем для того, чтобы что?
Ну, честно. Я сделаю однотипный паркур по одной и той же. Ну, можно же как-то паркур разнообразить при этом. Как бы такой паркур, я могу зайти, если там, не знаю, за 2 часа без проблем сделать. Поставлю одинаковые банки, поставлю это. Поставлю одинаковые эти, поставлю это. Ну, типа, все, паркур на этом закончен. Пожалуйста. Это GTA называется, если ты падаешь вниз, ты начинаешь все по новой. На паркуре. Внимание, на секундочку. Все по новой. Я когда-нибудь долечу до туда, я до него лечу уже непонятно сколько. Называется, сейчас сниму бейкоролик. Туда-сюда, в смысле. Но что-то как-то, как говорится, не фартануло, не повезло. Звонит кто-то, видимо, хотят мне привезти еды, потому что я хочу кушать. А я вот все лечу. Вот представьте, я бы это прыгал, вот это все по новой я бы прыгал. Это, ну, я не знаю. Это как-то не весело однозначно. Ну, чекпоинты хотя бы можно же было оставить. Почему? Либо он оставил, он почему-то не сработал. Вот для меня непонятно. Спасибо. А вот там что такое вдали, кстати, находится? Мне просто интересно долететь туда, посмотреть. Вот он у нас, да, есть Василий, что-то все дела. Красивый такой, как-то в стилистике ада все сделано. Мне вот интересно, а автор сам проходил? Вот автор сделал ему... Автор, вот напиши честно, тебе приносило кайф вот бесконечно прыгать по этой фигне, чтобы просто в самом конце ты упал вниз и начал все плануть. Ты такой, да, я сделаю именно так. Потому что мне это нравится. Мне нравится тратить деньги, говорю, время в никуда. А, ну вот, это предыдущая была. Спасибо за игру. Самый короткий мод во всем мире. Понятно все. До конца долетел. Ничего интересного не увидел. Просто долетел. Просто долетел и просто хватит. Я летел, внимание сейчас, с включенным полетом. 4 минуты я летел. И как-то так. Автор, наверное, думал, что кто-то будет час это проходить. Нет, никто не будет, это не является интересным, просто прыгать по одной и той же фигне в течение часа. Ладно, куда-то выше, например, добирался бы, платформы бы, допустим, двигались, ну, типа, почему бы и нет, смысл? Так, чекпоинты стабильные, ну, нет, я сделаю, говорит, все однотипное, и это будет круто. Не, братан, нифига не круто так делать, смысл. Ну, хотя, с учетом, что в названии D, как там, что-то DFS, DS Pro ли написано, ну, типа, Dark Souls Pro, видимо, Demon Souls, чё бы нет, такое себе. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, я даже не буду обрабатывать видео, я не вижу смысла в обработке вот этого, так что, извините, без ваших комментариев здесь и все дела. Давайте, ребят, увидимся. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертник.